Сегодня мы напишем сочетание букв, как они соединяются между собой, и слова. Давайте соединим букву А с буквой Ч. Строчная буква А. Соединительный элемент вверх. И приписываем букву Ч. Еще раз писать начинаем вверх. Делаем закругление. Соединили овал. Немножко вверх. Вниз, соединительный элемент и букву Ч. Еще раз вверх, соединили, вниз, соединительный элемент, приписали букву вверх, вниз, вверх, буква Ч. Буква А. Обратите внимание, что между овалом и элементом наклонная палочка с закруглением вправо есть вот такой вот уголочек. Вверх. Сделали этот уголочек. Сильно высоко тоже не нужно писать. Вниз. А. И буква Ч. Запишем с вами слова. Богач, бо, га, ч, сачок, са, чо, к. Выдача, вы, да, ча, ловкач, ло, в, ка. Ловкач. Если вдруг вам непонятно значение какого-то слова, обязательно узнайте. Можно спросить у взрослых или в интернете посмотреть, или в справочнике, в толковом словаре. А сейчас напишем с вами сочетание буквы О с буквой Ч. Обратите внимание, тоже можно писать несколькими способами. Если будем соединять верхним соединением, то сначала вверх соединили, и верхним соединением присоединили букву Ч. А можно писать нижним соединением. Тогда сначала пишем вниз букву О. Соединили овал. Соединительные элементы буква Ч. Чередовать будем. Сначала верхним соединением буква О с буквой Ч. А затем нижним соединением. Верхним. И нижним. И напишем слова. Ночка. Ночка. Дочери. До, че, ри, мелочь, ми, ло, ч, ночлег. Ночлег. Мы написали с вами сочетание букв и слова.